Покупки в магазине Магнит, да? Это у нас как будто на Новый год. День рождения, в общем. С чего начать-то? Как эти грибы называются? А? Пакете? Да. Вешаем. Как их назвать? Домашними? Дома выращивают. Но это не с магазина. Так, ладно, с Магнита это мандарины. Это лимонад. Пепси-кола. Что-то ты две куркумы взял. Паприку я вроде не писала. Вот две куркумы. Даша. Ручка. Так, сухари воронцовские на салат. Подарок с Магнита. Можем. Не открывается. Масло крестьянское сладко-сливочное. Чай краснодарский. Филе в салат. Это что у нас? Что-то я капусту не вижу. Так, это как его зовут? Свекла. Потом на салат грибы маринованные. Вот, шампанское. Масло. Курица в духовку. Так, короче, три вида салата. Сладкрабовый с огурцом, салат из лосося. Грибной сюрприз. Грибной сюрприз. Молоко. Да, у нас тут грибов, конечно, мало. Что ты с грибами взял? Корнишоны. Томаты черри. А я имела в виду томаты черри свежие. А как я не писала? Ну, корнишоны ты написала, и томаты черри. Я думала, такие. Двое маслин, походу, значит, ты хочешь одну банку сам съесть. Шучу, ладно. Ну, они акция была. Эти тоже я не писала. Горошек. Да, горошек тоже. Икра. Я видела акция. Ой, икра, потом шампиньоны маринованный, сок апельсиновый. Да, я как раз апельсиновый пью. Так. Что, ты его не писала? Заходи, что ты. Я знаю. Заходи, два батона. Я сначала один батон увидела, думаю, нифига себе, ты батон на бутерброды взял. Здорово, толстый, вот на бутерброды. Это слойки с вишневой начинкой к чаю. Еще один магнитовская хрень. Это с грибами, не жадно съел, видать, с лимонадом. Два майонеза, огурцы, много зелени, лука зеленого. Еще один воронцовский сухарик, он тоже на салат. Две питьевые воды, яблоки в курицу и бананов тоже много. Вот. Ну и снизу у нас картошка. Картошки тоже небольшой пакет. В духовку запекать. Итого у нас получилось, страшно смотреть, 3,112. Ну и цена. Ну и цена. Да.